От зрителя очень много зависит. Иногда какую-то шутку ты ее произносишь уже там 20 раз, 50 раз, но каждый раз меняется зритель. И ты ее по-новому говоришь, ты ее по-новому переживаешь, и иногда открываешь для себя такие смыслы, думаешь, господи, как зрители до этого догадались, потому что они так реагируют. Бывает вот на одну и ту же вещь очень разная реакция. Иногда зритель там что-то задумался. Если он молчит, это неплохо. Это значит, зритель думает, он в себя это впустил, он переваривает, он что-то осмысливает. А бывает, что зритель что-то комментирует каким-то словом, там, или вздохом, или междометием, чем-то он комментирует. Ты это ловишь, через тебя это проходит, и ты думаешь, как на самом деле мы понимаем друг друга. Бывают спектакли, где от зрителя требуется подготовка. То есть зритель должен быть подготовлен, что он идет на какую-то серьезную вещь, на серьезную тему. И от него тоже требуется сосредоточенность, внимание, чтобы он понял эту историю, чтобы она вошла в него. И, конечно, здесь вот эти восклицания или какие-то там слова могут помешать. Мы слышим, да, мы слышим реакцию, мы ее чувствуем, иногда, если даже не слышим ничего из зала. Просто продолжать существовать в спектакле, в своем персонаже, ни в коем случае не выпадать.